Всем привет, с вами Петрович. Сегодня мы приготовим 8 замечательных рецептов, корзиночек. Скоро Новый год, и наверняка будут оставаться какие-то продукты. И вот именно среди них, по кусочкам, мы приготовим замечательные закуски. Какие из них понравятся вам, ну, соответственно, извините меня за демагогию, решает только вам. Но я подобрал наилучший из тех продуктов, которые наверняка будут лежать у вас на вашем новогоднем столе. Смотрите. Для первого рецепта нам понадобится сыр, чеснок, крабовые палочки, яйца, майонез. Сыр потер на очень мелкой терке. Крабовые палочки и мелко порубил яйца. И теперь мы просто берем и все смешиваем. Берем немного яиц. Берем немножко чеснока. Посыпаем сыром и добавляем майонез. Тщательно перемешиваем. Можно украсить зеленью. Берем нашу корзиночку. Давайте вот так вот. Покрасивее сделаем. Первый рецепт готов. Для второго рецепта нам понадобится огурец, крабовые палочки, яйцо, майонез. Добавляем немного огурца, крабовые палочки, яйцо. Количество на ваше усмотрение. Тщательно перемешиваем. По вкусу можно подсолить. По сути, это мини-салаты. Следующий рецепт. Яйцо, сыр, чеснок, майонез. Яйцо. Сыра можно побольше, вкуснее будет. Чеснок. Чеснок просто для вкуса, для аромата. Перемешиваем.
Для следующего рецепта нам понадобится колбаса, помидоры, сыр, ну, конечно же, майонез. Для следующего рецепта нам понадобится печень трески, яйцо, огурец. Для следующего рецепта нам понадобится печень трески, яйцо, лук.
Для следующего рецепта нам понадобится печень трески, вареное яйцо, тертый сыр. Для следующего рецепта нам понадобится жареная курица, обжаренные шампиньоны, сыр, лук. Жареную курицу мы мелко нарезаем, ну или же рубим. Кладем. Подсолим. Кладем лук. Обжаренные грибы. Майонез. Кладем в нашу корзиночку. Посыпаем сыром. Вот это вот самое вкусное, кстати. И примерно на одну минуту ставим в микроволновку. Ребят, у меня микроволновка мощная, поэтому будет достаточно меньше минуты, чтобы просто сыр расплавился. Примерно это выглядит вот так. Ребят, ну это прям, знаете, такой микро-жульен, только он будет еще вкуснее. То есть вот эта вот корзиночка, это просто прям королева. Среди всех.